Для того, чтобы правильно восполнить дефицит цинка, важно знать, что есть вещества, которые либо помогают, либо мешают усвоению этого микроэлемента. Для лучшего усвоения цинка организмом необходим витамин В6. Поэтому рекомендуется сочетать цинк с продуктами, богатыми этим витамином. К таким относятся чеснок, грецкий орех и фасоль. Чеснок содержит в себе больше половины суточной нормы В6 – 62%, фасоль – 45%, грецкий орех – 40%. Калий и железо являются микроэлементами, которые, наоборот, мешают усвоению цинка.